необходимо назвать вещи своими именами и прописать это в основных законах Российской Федерации. Может быть, в Конституцию даже придется вносить изменения. Всем необходимо понять, что Россия является государством русского народа. Необходимо переходить от федерализма к унитарной форме государственного устройства. Гости должны чувствовать, что они гости. То, что касается выходцев из Чечни, должна быть специальная программа реабилитации. В свое время была в Германии программа денацификации. Люди, которые выросли в обстановке войны, в агрессивной среде, они на время, пока не пройдут соответствующую психологическую обработку и тестирование, желательно их не выпускать в общение с обычными людьми. Почему? Потому что, представляете, вот человек живет постоянно на войне. Оказывается, он в обычной среде, а он продолжает действовать как на войне. Кусается, режет, стреляет и так далее. Это недопустимо. Вот. Если этого не произойдет, конфликты будут продолжаться и будет соответствующая реакция. И никакие увещевания о том, что мир, дружба, жвачка, все мы россияне, они не помогут.